Чиновники Минтруда попали в поле зрения силовиков. Прокуратура Дагестана возбудила административные дела в отношении должностных лиц ведомства из-за нарушений прав граждан на получение ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Проверка выявила, что причиной недостаточного финансирования стало несвоевременное принятие нужных решений сотрудниками управлений соцзащиты, что привело к образованию задолженности по выплатам на конец 2021 года. Кроме того, выявлены нарушения порядка регистрации и рассмотрения жалоб граждан и факты несвоевременного перечисления денег.